Продолжаем программу. В Федерации профсоюзов Узбекистана проведен онлайн-семинар-тренинг, посвященный методам проведения национального мониторинга по недопущению детского и принудительного труда при сборе хлопка в 2021 году, а также задачам инспекции профсоюзов и организационно-техническим вопросам. В последние годы, как и во всех сферах, последовательна работа по совершенствованию социально-трудовых отношений, предупреждению принудительного труда, защите прав и законных интересов граждан. С целью систематизации деятельности по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом в нашей стране в 2020 году принято 19 нормативных актов. В частности, в целях предотвращения принудительного труда законодательством Республики Узбекистан введены нормы, усиливающие административную и уголовную ответственность. В течение нескольких лет Федерация профсоюзов Узбекистана в сотрудничестве с институтами гражданского общества проводит национальный мониторинг по недопущению детского и принудительного труда во время сбора хлопка. В мониторинге этого года мы включили в список членов рабочей группы и инспекцию профсоюзов. Они будут непосредственно участвовать в этом процессе. Кроме этого, для того, чтобы деятельность была качественной, мы обеспечиваем членов мониторинговых групп специальной одеждой и обновили в этом году их планшеты. Процесс национального мониторинга мы планируем начать 24 сентября, и он продолжится до 1 ноября этого года. Члены рабочей группы ежедневно будут знакомиться с реальным положением дел на хлопковых полях, организациях и учреждениях. На семинаре-тренинге участникам подробно разъяснили методологию национального мониторинга профилактики детского и принудительного труда при сборе хлопка сезона 2021 года, механизм обратной связи с населением и задачи профсоюзных проверок, а также согласовали организационно-технические вопросы. Участники были подробно ознакомлены с временным порядком и рекомендациями по организации сбора хлопка. Также было отмечено, что в сотрудничестве с проектом Международной организации труда профсоюзы Узбекистана подготовили 200 баннеров, 10 тысяч плакатов, доставили их в регионы и разместили во всех районных и городских центрах, на предприятиях, в организациях и учреждениях страны. 200 тысяч флаеров на ту же тему распространяются среди трудовых коллективов и населения. В период уборки урожая основное внимание будет уделяться безопасности сборщиков, дорожному движению, пожарной безопасности, здоровью участников уборочной страды, обеспечению их лекарственными средствами, соблюдению санитарно-гигиенических требований. Кроме того, в действии механизм обратной связи с населением. Перед началом хлопкоуборочного периода мы каждый год проводим такого рода семинары для того, чтобы оповестить наших сотрудников, наших международных партнеров, наших социальных партнеров, наших независимых правозащитников о проводимой работе со стороны Федерации профсоюзов Узбекистана. На сегодняшний день уже организовано дежурство круглосуточное в юридической клинике при Федерации профсоюзов Узбекистана, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый человек, который столкнулся с той или иной проблемой именно при сборе хлопка, может обращаться по короткому номеру 1092 в Федерацию профсоюзов Узбекистана. В рамках семинара-тренинга всем специалистам и должностным лицам, задействованным в национальном мониторинге, предоставили раздаточные материалы и даны соответствующие рекомендации касательно общественного контроля и созданию достойных условий труда для сборщиков.